Острый бургер из говядины. Петушара, пшел отсюда! Офигеть! Точно остро! Сделай остро что угодно, только в Бургер Кинг. Вы готовы? Я не слышу! И победителем в конкурсе «Лучшая многодетная семья года» становится семья Липкины! Да! Уже завтра мама и папа отправляются в Египет. А кто же останется с детишками? А детишки поедут в самые крутые и современные детские лагеря. А именно, Дима, в лагерь имени Ленина, Лев Оля, в Дубравушку обучаться пению, Василиса в кулинарную академию поварюшка и Никита, Вася, Лиза в лагерь Орленок! Простите, Митька, номер 8, куда его? Очень круто. Просто вау, вы делаете много новых людей. Давайте, только не останавливайтесь, не останавливайтесь. Еще немного поднажать и обойдете Люксембург. Ну теперь, друзья, селфи! Так, 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 как вас много, окей. Ага, а я в какой лагерь? Лагерь для попрошаек, видимо. Это Митя, наш младшенький, вы про него забыли. Я думаю, ему и привыкать. Да, я тоже мечтаю. Окей, потеряли конвертик, но уже нашли. Митя Липкин едет в лагерь Юна! Вот тебе путевка. А нашему администратору дайте что-нибудь от сердца. А сейчас вы поедете чилить ваши крутые лагеря, а я за новой курткой. Окей, всем спасибо. С вами был Алекс Гоу. Подписываемся, ставим лайки. Нас почти 20 миллионов. Пока! Пропустите. Пока. Да, пока, детишки. Пока. Вроде дети, а пахнут как дальнобойщики. Еще и терлись об меня. Это твоя аудитория, надо терпеть. Ненормально родители, бешеные дети. Это капец. Еще этот липкий. Всего соплями меня измазал. Надеюсь, химчистка справится. Это эксклюзивная коллекция. Бирка на месте, кстати? На месте. Нам еще в магазин возвращать. Мне кажется, я этим насквозь пропитался. Многодетные, блин. Молодец, как хомяки в своих коробках. Понарожают этих тупых детей. Мозгов больше ни на что не хватило. А потом мечтают об этих бесплатных путевках в лагерь, потому что сами заработать не в состоянии. Нафига мы вообще в эту премию ввязались? Многодетная семья года. У меня выгорание и подгорание. Да. В смысле? Твою же. А теперь премия «Факап года». Я думал, ты помер. Судя по запаху, 3 дня назад. Лучше бы так. Что случилось? Я что, опять волосы самбука пожег? Если бы. Держи. Внимание на экран, господа знатоки. Это что такое? Это моя тачка. Серьезно? Блин, а я думал, опять раскулачивает. Что происходит вообще? Из-за твоего вчерашнего покапа мы теряем бабло. Автосалон отказался от нас в 6 утра, колу 6:30. Детская страна готовит судебный иск. Пока молчит группа компаний КИП, но им, видимо, пофиг, как свои квартиры впаривать. А? Нет. Ты смотри, не пофиг. Итого минус 11 лямов за 1 минуту вчерашнего стрима. Лучше бы ты меня во сне убил. Это что такое? Меня еще из квартиры своей выселяют? Эй, кофе, у нас мало времени. Короче. Я позвонила своему папе. Нафига, Крис? Ну, купи этим хомякам плюшевых медведей, торт и закрыли тему. Поздно, любимый. Они все разъехались. Ты сам вручал путевки, забыл? Логично. Чтобы создать новых детей, надо сначала избавиться от старых. Алекс, тебе сейчас не шутить надо. Тебе надо бабло возвращать. Поэтому вали в душ, одевайся и поехали. Куда, на казнь? Многодетный насмерть закидает меня детьми. Короче, я все придумал.
Ты приедешь в лагерь, мы снимем видос, где ты и этот детеныш лучшие друзья, и все. Мы снова на коне. Шикарный план. Завтра же едем. Да все, хватит. Встаю. Простите, что отвлекаю от прослушки, у меня свежего хита. Но не подскажете, кто здесь Липкин? Мы еще не знакомились с отрядом. И снова музыка, видимо, тоже. Спасибо. Что там, нашел пацана? Они еще тут не знакомились друг с другом. Давай, бро, ускоришься на сутки. Я не знаю, как тебе помочь. Наш самый сопливый. Они тут все сопливые. А ты? Алекс Гоу. Не, просто похож на меня. Эй, народ! Все мои друзья, особенно хейтеры, присылающие мне какахи, привет. Вчера на премии был не в себе, мне удаляли зуб, вообще кринжово было, обкололи всего обезболивающим. Короче, я не вдуплял, что происходит абсолютно, и даже чуть не умер. Жаль. И вчера не сказал самого главного. Сюрприз! Сегодня я вместе с победителем конкурса еду в детский лагерь просто вожатым. Так что го-го-го-го! Следите в сторис. Пока. Да я просто кашу под него. Я детей везу, у меня дети с заднего сиденья вперед прикатились. Командир, ну сорян, ну с кем не бывает. Я ехал, ты выскочил. Я понимаю, лось бы выскочил. Он рисковал жизнями детей. Во всем будет немедленно доложен директору. Камон. Это водитель автобуса не разобрался и стал водителем автобуса. Короче, девочка. Алиса Витальевна, старшая вожатая лагеря. Да, простите, мы так больше не будем. А я обещаю, что возмещу весь моральный ущерб. Всем пиццу, суши. А я активированную удалю. У меня все нормально. Немного испугались, но я сейчас внимание приключу. В стрессовых ситуациях надо взять голову руками и как бы оказаться в убежище. Ну или Wi-Fi в автобусе раздать. Тумен, займись Олесей. Пошли. Знаете что? Мне плевать, кто вы такой, популярный или нет, но раз уж вы как-то к нам попали, займитесь делом. А я думал, воспиталки такими строгими уже в возрасте становятся. Придурок. А что вы хотели? Луна в критических градусах. Ну и ездить надо научиться. Вилка, что случилось? Кого-то сбили? Олень один на дорогу выскочил. Так, друзья, все, инцидент исчерпан, можем двигаться дальше. Давайте, черепашки, заползайте. Да фасотка. Я же говорил. Алекс, а можно с вами сфоткаться? Да, конечно. С меня селфи со всеми желающими. Жанна, Кира, давайте вместе. Алекс, гоу! Все, детей всех по автобусам. Все, дети. Так, Коля, бегом сюда. Так, все, по автобусам. У нас график, мы опаздываем. Давайте, отойдите все. Расходимся, садимся. Окей. Миша! Да я для дулочки. Спасибо. Авария так себе знак. А вы кто по гороскопу? Надо узнать, вдруг вы сегодня умрете. Поехали. Так. Давай, поехали быстрее. Да чего же хорошо кругом. Чего? Ну что, товарищ майор, неприятель близко? Да нет, автобусов не видно. Корпуса проверили? Все, чики-пики. Марафет навели, шконки расставили. Фигня, я понимаю, что ты раньше зону охранял. Да. Но это лагерь, это дети. Давай без этих вот выражений. Иваныч, ну я ж только при тебе, так сказать, для деловых бесед. И для деловых тоже не надо, я прошу тебя, не надо.
хорошо кругом. Едут. Ящики для конфиската взяли? Ну, с Богом. С Богом. Все. До обеда загораем, ловим рыбу и ныряем прямо в воду кувырком, кувырком, кувырком. Для чего же хорошо кругом? Ну что, ребятишки, готовы отжигать? Юрий Иванович, я бы хотела прояснить насчет вот этого вот... Тихо, Вилка, тихо, тихо. Понял? Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Ну, мы, так сказать, рады поприветствовать у нас. Нам это очень приятно, так сказать, ну, в общем, приятно, так сказать, нам. А это, походу, наш директор, так сказать. Ну, теперь я понимаю, почему это олдскульное место называется «Юность». Да ладно, это шутка, если чё. Понятно. Алекс. Директор Юрий Иванович Старостин. Это наш завхоз. Я Федя. Приятно, здрасте. Вот это наша Олечка, массовик. Да, затейник. Да, да. А это старшая вожатая Викулова. Да, с ним уже знакомы. Слушайте, спасибо, что приняли. Да, дали шанс исправить мой легкий факап. Ну, вообще, любому человеку нужно давать шанс. Даже если он блогер. Так, стоп. Надо переснять. Дети какие-то стрёмные. Ребят, сейчас мы снимем еще раз. А, сейчас мы все переснимем. Ко мне подойдете, окей? Хорошо. Все, черт, давай быстрее. А че это он командует нашим Юрием Ивановичем? Дед Федь, а я вот всю дорогу в шоке. Он сначала нам поездку испортил, теперь мордой своей светит. Наглый. Наглая, наглая морда, да. Но зато известная. И благодаря вот этой вот наглой известной морде нам обещали выделить деньги на ремонт двух корпусов. Ух. Ну правда, ну слушайте, ну пусть снимает свою эту муть. Он перед малым извинится и все обратно поедет в свои тете лофты какао пить с блесками вот этими. Федя, давай, собирай телефоны. Делается. Так, молодежь, сдаем телефоны. Не обессудьте, таков порядок. Будьте любезны. Пожалуйста. Да сейчас. Так, активней. Спасибушки. Так. Кнопочный, как у меня. Уважаю. Кто-нибудь может убрать из кадра девочку-фонтан? Вот оттуда зайдете, как биг босс лагеря, окей? И мы вас снимем. Да, хорошо, по команде? Хорошо, хорошо, спасибо. Так, парень с лицом кого-то только что похоронил кота, сразу свободен. Давай, пошел, пошел, пошел. Быстрее. Так, археолог, тоже на задний план. Давай чемоданчик. Юрий Иванович, это что вообще за... Тише. Энергетический вампир второго типа. Ну, симпатичный. Для второго типа классика. Постели тоже хорош. Предположительно... Скучнее, все сюда, сюда. Кто последний, то вот кажутся родители. Вы сюда. Так, ну что стоим? Давайте, девочка, давайте головой думаем. Туда, на задний план встаем. Встаем, быстрее, давайте. Времени мало, времени мало. Пишешь? Ага, круто. Так, окей. И всем привет! И я в юности! Что ты думаешь, мы тут этого Липкина найдем? Чувак, пацан из многодетной семьи, он по-любому на обед первый прискачет. О, смотри, идут. Так, стоямба. Митя? Митя Липкин? Нет. Братан, не прячься! Я тебя все равно найду. Ты Митя Липкин? Ну-ка ты. Митя Липкин! Ты чего не идешь? Скажи, что ты Митя Липкин. Зачем? Ненавижу его. Он хочет сделать вид, что мы друзья, чтобы от него все отстали. Отдам тебе лазерный меч и кинжал драконьего зуба. И посох паука. Ты офигел. Тун-тун-тун-тун. Пассажир Митя Липкин, пожалуйста, пройди на рейс из Обиженска в Дружбинск. Пожалуйста, Митя Липкин, знаешь?
фиг с тобой. Митю Липкина не знаешь? Не знаете Липкина? Ваш отец сказать. Как же. Митю Липкина не знаешь? Я Митя Липкина, что? О, Митя Липкина не знаешь такого? Слышь, Каштан, смотри, что нашел. Митя? Да-да-да. А я думаю, ты не ты. Теперь вижу точно ты. Мить, дело серьезное, на 1000 рублей. Сейчас снимаем видос, как прожили с тобой здесь всю смену и очень подружились. А я вечером сваливаю, а ты при деньгах и славе. Окей? 10 000. Ты что, совсем? Совсем как бизнесмен себя ведет. Молодец, мальчик, правильно. Ну что, погнали? Проживем смену за один день? Гоу! Парит. И мы с моим лучшим другом Митькой Липкиным играем за 3-й отряд. Кулачок! Да! О, смотрите, 3-й день, а Митька уже мутит. Стоп, всем спасибо, дискотеку сняли. А теперь переходим к следующей сцене. Let's go, let's go! Так, Липкин и... ты. Пойдем. Давайте еще дубль. Да офигенно было, нормально, пойдем. Стой, ты из какого отряда? Из 2-го. Не мути ни с кем, я тебя найду. Эх, вот и подошла к концу лучшая смена в моей жизни. Я и мой друг Митька. Запускай. Ребятки, радуемся, радуемся, радуемся! Юна! Сюра! Эй! Ну и сзади там на монтаже фейерверки сделаем. Снято. Да чего же хорошо кругом, над рекой с крутым зеленым бережком. Как настроение, сослуживцы? А? Хорошее? Давай, Вилка, докладывай. Только конкретный, быстренько, хорошо? А я быстро не смогу. Юрий Иванович, у нас кризисная ситуация. Спокойно. Ни мы, ни дети, никто ничего не понимает, что вообще происходит в лагере. У нас какой-то новый человек, который нарушает распорядок, который приносит неразбериху. Я в шоке. Ну, в смысле, что как вы с вашей предусмотрительностью смогли пустить это чудовище к нам в лагерь? Ну-ка, взяла быстро ягодку. Быстро. Ягодку взяла и съела. Ты просто смотришь очень... Пускай смотришь. Надо шире смотреть. Шире, шире, понимаешь? Тихо всем. Алло. Алло. Здравствуйте, товарищ генерал-майор. Так точно, Старостин. Внука хотите привести к нам в лагерь? А чего не получается-то? Путевок нет? Путевок нет. Как нет путевок? Да я разберусь. Конечно, товарищ генерал-майор. Обязательно. Так точно. Все сделаю. Везите, везите. Конечно, везите. К нам едет внук генерала-майора Куликова. Ребята, у нас плюс 500 тысяч подписчиков за день. А это много? Спрашивают, много или нет? Представляете? Звонили из отдела продаж, до сентября все продали. Да ты что? Угу. И, кстати, спрашивают, можем дополнительные отряды сделать? Ну, конечно, можем. Они... Не забудь, после собрания сразу им перезвони, сразу так, позвони. Позвоню. Ага. Ребята, нам надо этого блогера оставлять. Он нам золотые яйца несет. Ну, естественно. Юрий Иванович, да как вы можете думать о яйцах? Вилка, ты у нас бакалавр каких наук? Педагогических. Вот и все. Пожалуйста, давай перевоспитывай блогера и все, делай из него нормального человека. Да это невозможно сделать из него нормального человека. Тут надо возврат оформлять. А кто отучил Арсения Агапова писать в постель? Ты, Вилка. Ты. Ребята, работать. Так, все, я в уголке. За работу. Давайте, давайте. Сейчас обложу. Гош забрал шмот. Заводи тачку. Возвращаемся в 21 век. Сейчас буду. Ой! Простите, напугал. Да, не. А что такое? Ой! Ты сейчас 2 могилки выкопал. 2 хомячка сегодня в живом уголке скончались. Как отряд-то ваш? О, отряд супер. Спасибо, что пустили поснимать, но я же не вожатый, я блогер. Сами понимаете. Так что все, я погнал. Адьос. А я что думал? Так мы же будем сотрудничать. У меня раз
Есть хорошее предложение, деловое. А, да? Блин. Ну, сорян, демоверсия, все, дальше платно. И риска, если что, не принимаем. Тут под вас заказик пришел. Мы хотим 2 корпуса отдать под коммерческие отряды. Угу. Ремонтики, накладные расходы. В общем, чистыми получается 4 миллиона 867 тысяч 12 рублей. 12 рублей. 50 на 50 нормально? Слушайте, уважаемый, я же в день 2 миллиона зарабатываю. 2 миллиона? Да. В день? Да, да, да. И я их ни с кем не делю, кроме налоговой. А вы перед мальчиком-то извинились, да? Каким? Ну, которого вы оскорбили. А, Митя! Митя, мой дружбан теперь, ну что, мы с ним все лето провели. Вот, подпишитесь на меня и увидите, видос будет огонь. Петя. Че? Его Петей зовут. А Митя — это друг его. В смысле? Видите, как вас 2 мальчишки развели, а вы даже не почувствовали. Репутация-то у вас уже. Че, рофлите? Че? Шутите? Нет. Никогда не шучу. Вонючки. Так и быть. Я вас в лагерь обратно пущу на день. Вы все это перезапишите, чтобы этих подписчиков не потерять. Окей, окей, хорошо. Ага. Принимаю предложение. Отлично, отлично. Так, бро, давай возвращайся срочно. Есть идея для видоса. Вайпы будут нереальные. Просто, ну, под песота въезжать будет. Давай, жду. Это вы о чем сейчас? С продюсером. Понял, понял. Угу. Ну, в общем, извиняюсь перед Олесей за то, что на нее вылил компот. Жалко, конечно. Вкусный был компот. Дурака кусок. Тихо, тихо, тихо. Ну что? Свеча — это не просто веселая игра. Свеча — это возможность рассказать о самом сокровенном. Очистить совесть. Я вот тоже хочу рассказать о своем нехорошем поступке. Вот сидит здесь отличный пацан. Митя Ливкин. С прекрасным чувством юмора. Он целый день меня разыгрывал, а я делал вид, что не знаю, где Митька, где Петька. Ну, конечно, знаю Петьку. Еще раз. Ну, конечно, знаю Митьку. Конечно. Его семья выиграла в конкурсе «Лучшая многодетная семья года». Я тоже там был, вручал призы, но вот незадача. У меня так сильно болел зуб. Просто жесть. Я выпил столько таблеток. Именно из-за таблеток, Митя, нет злости. Я сказал про себя и твою семью эти слова. Прости меня, Митя. Ну что, мир? Мир? Ладно, мир. Опа! Понял? Опять сделал вид, будто не узнал тебя. Ну и чё, дружбаны? А чё ты про него сказал? Да, так, глупость сказал. Ну, сказал, что Митя липкий или сопляжуй, уже не помню. Точняк, я видел! Он говорил, что у него сопли! Липкин липкий! Липкий сопляжуй! Липкин липкий, капец! Липкин сопляжуй! Липкин сопляжуй! Липкин сопляжуй! Ну что, снял? По-моему, огонь. Да, норм. Про сопли отрежем потом. Окей. Липкин сопляжуй! Липкин сопляжуй! Липкин сопляжуй! Липкин сопляжуй! Да сам его сопляжуй! Липкин сопляжуй! Всем бай! Липкин, не скучай! Наконец-то этот день закончился. День? У меня ощущение, что мы тут неделю. Молодость летит с этой птицы, так прекрасны твои дни. Но календарь теряет страницы. Молодость, прошу, прости. Молодость, лети с этой птицы. Так прекрасны твои дни. Но календарь теряет страницы.
Эх, молодец, отпусти на горы ввысь. Подскажи, в чем же моя на земле миссия? Пора Владу повзрослеть, покинуть эти сети. Я музыкант, поэт или все-таки мессия? И что же ждет?